мы с ней футбол вместе смотрим. Зенит, за Зенит болеем с ней вместе. Она переживает вообще. Она даже иногда телевизор выключает, когда проигрывает с крупным счетом. Старость не радость, пословица такая есть. Угу. Да. Я уже слышал. Вот. Да, Маша. Я тоже думала, что так плохо старому. И вдруг я незаметно стара стала. Правда. Я не обижаюсь ни на какие времена. Я считаю, что значит человеку суждено быть такой эпохи, такой эпохи. Вот осталась я от родителей, значит, так надо. Привезли меня сюда, тоже мне подвезло. Значит, написано на роду. Вот. И вот с тех пор я с чужими людьми и живу до 90 лет. Тому, кому пришлось когда-нибудь ходить сюда, не говори, забудь. Я знаю все, я тоже там была. Я тоже воду жгучую брала из той же Ленинградской Иордании. Родилась я 1914 года в городе Сосницы. До 6 лет жила с бабушкой, а мама умерла от брюшного тифа. Отец неожиданности, скоро постижно тогда называлась чахотка, теперь туберкулез. И бабушка умерла. А я уже в домработницах, нянька была. Наталья Сидоровна Петришина родилась в 1914 году. Рано осиротела. Начала работать с 9 лет. В 15 лет приехала в Ленинград. С 1937 года в течение 40 лет работала почтальоном. Все 900 дней блокады приносила ленинградцам почту. До сих пор живет в коммунальной квартире. А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. И этих окон праздничный уют, такой забытый свет в сознании будет, что верится, там добрые живут, хорошие и приветливые люди. Там даже дети маленькие есть, и кто-то юный, и всегда влюбленный, и только очень радостная весть сюда теперь приносят почтальоны. Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне. Ну тебе уж сколько лет-то? А? Тебе уж сколько лет-то? Лет. Что? Ну, а что в летах? Что ты хочешь, как в молодости слышать? Конечно. Да, вот, конечно. Почему бы нет? Меня муж покойный первый. Футбол играл на заводе. Поэтому приучил меня всегда. Поэтому я болею всегда за наших. За других не болею, а за наш. С первым мужем это было в 36-м году. Забыла, какой завод на Невской заставе. Забыла, какой завод там на заводе, в клубе, на танцах. Вот. Муж у меня в одном общежитии, а я в этом общежитии жила в связи. И потом у меня сын родился в 37-м году. Вот, год прожил и от простуды умер.
А дочка в 40-м году родилась. Первая дочь Натальи Петришиной умерла блокадной осенью 41-го года. Я как рубеж запомню вечер, декабрь, безогненная мгла. Я хлеб в руке домой несла. И вдруг соседка мне навстречу. Сменяй на платье, говорит. Менять не хочешь? Дай по дружбе. 10-й день, как дочь лежит. Не хороню ей, гробик нужен. Его за хлеб сколотят нам. Отдай, ведь ты сама рожала. И я сказала, не отдам. И бедный ломоть крепче сжала. Отдай, она просила, ты сама ребенка хоронила. Я принесла тогда цветы, чтоб ты украсила могилу. Как будто на краю земли, одни, во мгле, в жестокой схватке. Две женщины, мы рядом шли. Две матери, две ленинградки. И одержимая она молила долго, горько, робко. И сил хватило у меня не уступить мой хлеб на гробик. И сил хватило привести ее к себе, шепнув угрюмо: «На, съешь кусочек, съешь, прости. Мне для живых не жаль, не думай». У нее же тоже как бы дети умерли в блокаду. Я вот все фотографии смотрел, как бы переживал, думал, что как люди вообще выдержали это все. Потому что на самом деле, ну, это очень сложно было, мне кажется. Ну, это вообще даже я не понимаю, как люди выжили. Когда-то в этом здании было отделение связи. Отсюда Наталья Петришина носила блокадную почту. Про войну в 22-м на Кировском работала. Вот. Это было, наверное, часа в два дня. Несла почту. И вдруг кричат, самолеты летят. Там бомбили. И наши общежитие, барак, пришли с работы. Одни щепки лежат. Попала туда или обстрел, или бомба. А война началась. Меня муж, его взяли, значит, не на фронт, а с заводом эвакуировали в Кронштадт. И в цехе был обстрел в 42-м году, бомбежка, это же там эти пароходы все стоят. Вот. И там их, в цех попала бомба, и их всех похоронили в общую могилу. Осенью несла я почту как раз. Идет старик и говорит: «Наташенька, нет имя письма у него?» Сын был. Я говорю: «Есть». Вот я вручила ему письмо. Вдруг слышно артобстрел. Вышла минут через 10. Этот старичок и письмо у него в руках, как вот сейчас. И он не живой. Снаряд попал у него, он даже письмо не прочитал. А на Литейном был один источник. Трубу прорвав, подземная вода однажды с воплем вырвалась из почвы и поплыла, смерзаясь в глыбы льда. Вода плыла, гремя и коченея, и люди к стенам жались перед нею. И вдруг один, устав пережидать, на перерез пошел по корке льда. Ожесточаясь пошел, но не прорвался. Избит волной, свалился на ходу и вмерз в поток. И так лежать остался здесь, на Литейном, видный всем во льду. А люди утром прорубь продолбили невдалеке. И длинную чередой к его прозрачной ледяной могиле до марта приходили за водой. Тому, кому пришлось когда-нибудь ходить сюда, не говори, забудь. Я знаю все, я тоже там была. Я тоже воду жгучую брала из той же Ленинградской Иордании. Как мост переходишь по правой стороне, двухэтажный домик. Вот там 129-е отделение. А я обслуживала мост перейти. Вот начиналась академика Павлова, кончала Графтиева. И обратно ходила. Если утренняя почта, так несешь килограмм 30 за спиной. Письма это всегда как бы ждешь. Потом это сюрприз тоже. Радость, когда кто-то напишет.
А в то время, мне кажется, это в 100 раз, наверное, было важнее, чем сейчас письмо получить. Вот, люди же ждали какие-то новости. Как еще узнаешь о своих близких, что с ними случилось? Письма как ходили? 3-4 дня нету, а потом придет мешками. Свет-то, свечки горели. Вот. Так это брали вот этот ужак, дом 73. Там был огонь, лампа там керосиновая. Вот они разрешали брать письма, приходить у них разбирать. И вот разбираешь письма. Другой раз по 10 штук идет в квартиру. Запоминающиеся были письма, когда мне было плохо. Ну, не плохо, а тяжело. Как бы вот в армии, когда я служил, вот эти письма как бы я ждал. Вот и сам писал. В общем, сумка на 30-35 килограмм писем. И ведь мороз-то не такой, как теперь. 40-42 градуса. Ну, скользко. На лестнице, конечно, тяжело подниматься, потому что воды не было. Извиняюсь за выражение, отходы все на лестницу. Идешь скользко, падаешь, но все равно идешь. А сверху, вниз, садилась на перила, как на лошадь. Вот. Сумку вот так между сетками этими лестницей. И ехала вот так вот до самого низу. Потому что невозможно ходить скользко, падаешь. Вот женщина стоит с доской в объятиях. Угрюмо сомкнуты ее уста. Доска в гвоздях, как будто часть распятия. Большой обломок русского креста. Но чем утешить хмурых, незнакомых, но кровно близких и родных людей? Им только в доски дотащить до дома и ненадолго руки снять с гвоздей. Нет, утешение только душу ранит. Давай молчать. Но странно, дни придут, и чьи-то руки пепел соберут из наших нищих, бедственных времянок. И с трепетом, почти смешным для нас, снесут в музей, пронизанный огнями, и под стекло положат, как алмаз, невзрачный пепел, смешанный с гвоздями. Седой хранитель будет объяснять потомкам, приходящим изумляться, вот это след великого огня, которым согревались ленинградцы. В осадных, черных, медленных ночах под плащ сирены орудийный грохот, в их самодельных временных печах дотла сгорела целая эпоха. Среди многих известных людей, которым Наталья Петришина носила почту, была и поэт Ольга Бергольц. Бергольц, я первый раз пришла, письмо, вот. Она услышала, что я топаю, вот. Вышла, ой, товарищ почтальон, заходите, заходите, сейчас мы чаек попьем, вот. Я говорю, как чаек попьем? Попьем, мне дают, я вам угощу, вот, налила чай, хлеб намазала этим маслом. Вот мы с ней чай попили, это первый раз. Вот, я поблагодарила. Заходите, погрейтесь. Видите, у меня камин горит. Вот. Ну, а потом, правда, я недолго там работала. 3 или 4 в нее было. С тех пор я ее не видела, только видела по радио, когда она выступала. Скрипят по Невскому полозья на детских санках узеньких, смешных. В кастрюльках воду голубую возят. Дрова и скарб умерших и больных. Так с декабря кочуют горожане за много верст в густой туманной мгле, в глуши слепых, обледеневших зданий, отыскивая угол потеплей. И девушка с лицом заиндевелым, упрямо стиснув почерневший рот, завернутое в одеяло тело на Ухтинское кладбище везет. Скрипят полозья в городе, скрипят. Как многих нам уже не досчитаться, но мы не плачем. Правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев. В квартире не закрывались. Откроешь, заходишь. Если большая квартира, так каждую комнату стучишь. Столько лет уже работала, знала, кто в какой комнате. Вот, стучишь, дверь дернешь, дверь откроешь, человек лежит. Потрясешь, обзовется. Если скажешь, что письмо, тогда человек оживает сразу. Ну, если не может читать, попросить, почитаешь. Вот. А если потрясешь уже человек холодный, идешь уже, говоришь, в каком доме, в какой квартире, на какой улице, вот там-то человек мертвый. Ну, тогда, конечно, сообщают мор, приезжают на машине, забирают. А утром вот из квартиры идешь по панели на работу, вот, по тротуару. Темно, а были такие пуговки зелененькие, вот, приколоты, чтобы люди не... Вот. А другой раз споткнешься, впадешь, человек лежит, мертвый, завернутый в что-нибудь в квартире. Выносили и клали на тротуаре. А машина в 6 часов ездила, уже забирала, у мор отвозила. Я другой раз ночью не сплю, телевизор включу. Сразу засыпаю. Как я только в кровать пошла, опять сон пропадает. Воспоминания, которые не нужны. Получали карточки и прятали. Они не нужны были. Если только в столовую придете, вот, в столовой дадут, талончик отрывают и дают суп с крупой. Ну, крупу, конечно, не поймаете. Вот. Но то, что горячее, вот. Вот на Пискаревку ездила за этим. Первым долгом мне спрашивают, а где вы брали торф? А я думала, торт. Я говорю, с какой начинкой? Она говорит, поняла меня. Говорит, торф. Я говорю, на Пискаревку, пожалуйста. Там, говорю, сколько хотите. Потом я, говорю, запретила. А мне сказал мужчина, который вот этот посоветовал. Он говорит, ты пробуй, если кислый, бери. А если не кислый, не надо беречь. А кислый, говорит, съедобный. Размешаешь там масло подсолнечное или что. И ешь, как икру черную. И вот я набрала первый раз банку литровую. Приехала, подсолнечным маслом развела. И нам дали огороды, станция Перья. Вот, туда ехать. Вот мы с соседкой поехали. И в эту баночку меня, значит, это. И вот сидит военный, а он спрашивает, а что они едят? Торт, знаете, что такое торт? Не знает. Этот торт, говорит, летом болото, говорит, капывали, резали такими кирпичами, сушили. И приготовляли на зиму топить. Так разве это можно есть? Да, говорят, видите, едят. Ни горький, ни к чему. И с таким, еще луковичка бывало, если куплю. Вот. Все вот это размешается, получается салат. Вот, и ешь, и ничего не делалось, ничем не заболел. И этой травы, пока идешь в отделение, листьев наберешь в сумку и наешься. Один раз я рассказала больной, что я лепешки вот эти делаю. Вот. Она говорит, вы сделайте мне и принесите. Вот я пришла в отделение, нарвала крапивы, лебеды и сделала лепешки. И снесла ей 4 штуки. Потом думаю, а что я 4? Вернулась, взяла 5. Щетнусь. Живому человеку нельзя щетную. Я взяла 5 штук, принесла. Так она так благодарила. Она говорит, надо же, я скажу, говорит, чтобы дочка так делала. Вот. Весной 1942 года Наталья Петришина стала сдавать кровь для раненых. Усиленный паёк, полагавшийся донором, спас ее от голодной смерти.
в магазинах ничего не давали. До января месяца, не помню какого числа, когда прибавили хлеба. Уже стали давать вот 250. А я когда донором поступила в мае месяце в 42-м году, вот там паёк давали, там хороший паёк давали. И мясо, и всё, что полагается. Только за яички давали меланж порошком. Вот. Там паёк хороший я получала. Там деньги за 100 грамм 60 рублей давали в то время. Вот. И паёк. Большой там паёк, и мясо, и хлеб, и потом конфеты, сахар, шоколад. Что хочешь, берёшь. Но я большинство брала подушечки. А подушечки пойдёшь, вот продашь как подушечку, и талончик купишь. Значит, уже у вас прибыль есть. Вот. Пойдёшь в столовую лишним талончиком. И хлебные талончики продавали. Вот. Хлеб больше получишь. Мясо 250 грамм получишь. Пока её с магазина, мясо всё съешь. А косточки варить суп. И хорошо думаешь, а как же звери мясо едят сырое? Ведь одним же не варит никто. И вот и все было вкусно. И ничего не делалось, ничем не болели. Ни желудки, ничего не болели. А теперь как что так все? Значит, тогда качественно. А это когда наградили орденом Ленина, этот, на скороходы у райисполкома за столом газеты читали. Вот. Через много лет после войны ленинградский почтальон Наталья Петришина за героическую работу была награждена орденом Ленина. Орден Ленина я получила, я ведь не знала. И прихожу в отделение с доставки с первой. Так все торжественно сидят, все что-то улыбаются. Смотрю, и начальник отделения из-под штампа. Думаю, ну попалось что-нибудь. Начальник почтампа подходит, поздравляет. А ты газету читала, которую... Я говорю, некогда читать уже. А ты возьми «Известия» посмотри. Вот я посмотрела, где он показал. Я обалдела. Вдруг Петришина награждена орденом Ленина. Я говорю, я узнала, что Петришину наградили орденом. А кто Петришина? Вы знаете, как будто бы там кто-то вытащил мозги мои. Я говорю, Петришина? Ой, так я говорю, Петришина. Ну вот, так вот тебя награждали. Ну вот стали поздравлять меня. Вот, торжественно там. Ой. Во время пожара в коммунальной квартире, где живет Наталья Петришина, орден Ленина пропал. Да вот только память, что здесь, на фотографии. Вот. И в этом висит, сейчас, не знаю, уже сняли, у нашего райисполкома, и там на доске почета было. Остался только партийный билет. Остался, сейчас есть. А в общем, ничего, кроме войны. Но хоть бы хны, нет ничего, нисколько. Она скрипит, как инвалиду койка. Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины. А до войны до юность пустяки. А после, после перезрелость, старость. И в памяти, и в сердце не осталось, кроме войны, и ни звука, и ни строки. Все прочее же, было ли оно? И я гляжу неузнающим взглядом. Мое вчера прошло уже давно. Моя война еще стреляет рядом. Как проснусь и вспоминаю, как я поступала в связь, как я работала, как людей спасала, бывало, вот, как им помогала. Бывало, попросят сходить в аптеку, сходить в магазин, сходить в столовую. Сходишь, ведь сила-то была и желание было. Вот.
А как люди, дашь вот другой просит, покормите меня, покормишь. Вот. Другой не встает. Извини, за бережение судно подашь. Ведь люди, я считала, что а если это я была в таком состоянии, как так? Вот. Всем помогала, всем помогала. Так что, в общем, жизнь прошла, не жалею. Ты будешь дедушка, тогда вспомнишь меня. Я тебя буду и так помнить, и дедушка, и не дедушка. Что? Ничего. Не забудешь меня? Ну, что ты городишь-то ерунду?